Говорят, что для создания крепкой семьи нужно посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Но у каждого есть свой секрет любви и взаимопонимания с близкими. И мы решили узнать у саровчан, в чем, по их мнению, секрет семейного счастья. В чем секрет семейного счастья? Интересный вопрос, очень сложный. Но я думаю, прежде всего, это терпение, это взаимоуважение. Как же без любви-то? Конечно, нужна. То есть это уже на базе любви должны быть еще какие-то дополнительные качества. Ну, мы уже с супругом много лет вместе, поэтому любовь как чувство, которое быстро вспыхивает, оно как бы немножечко уже и, ну, скажем так, поутихло. Ну, а по крайней мере, стараемся друг другу быть опорой, помогать и взаимоуважение. Без него, ну, никак в семье не обойтись. В любви друг к другу. В этом секрет. Будут любить, будет счастье. В доверии, наверное, и в общих ценностях. Любовь, понятное дело, и дружба. Вот если муж твой друг, это очень хорошо. Взаимопонимание мужчины и женщины, чтобы дети уважали, любили старших и понимали, и помогали во всем. Не знаю. Я бы не сказала, что у меня очень счастлива была семейная жизнь. Не знаю. У каждого свое. Взаимопонимание, уважение. Любви. Вы смотрите, сколько разводов сейчас по сравнению с этим, потому что люди поняли, что терпеть не обязательно, можно взять и уйти. И искать более достойного кандидата. Семейного счастья секрет. Сложный вопрос. Ну, во-первых, должно быть, безусловно, эмоциональная, интеллектуальная близость друг к другу. Должны быть определенные черты характера, потому что не каждый способен на семейное счастье. Должно быть, например, ну, любить детей. Во взаимопонимание, в помощи друг другу. Думаю, ну, наверное, все, и любовь, конечно же. В любви и уважении. Я живу с женой 55 лет. И здоровье, конечно. Секрет семейного счастья в верности, в хорошем отношении друг к другу. Как показал опрос, саровчане считают, что в семейных отношениях самыми важными составляющими являются любовь, взаимопонимание и поддержка.